Мещам станет дешевле добираться до Крыма. Премьер-министр Дмитрий Медведев расширил список городов, которые будут участвовать в программе субсидирования авиаперелетов в Крым. Теперь их 58. Долететь из Омска до Симферополя можно будет примерно за 5000 рублей. Авиабилеты продаются в компаниях S7, Аэрофлот, Алроса, Редвингс и другие. Льготные билеты могут приобрести пассажиры до 23 лет, пенсионеры, инвалиды любого возраста и сопровождающие их лица.